Очередные испытания баллистических ракет в Северной Корее. Куда Пхеньян направил оружие в этот раз и как реагирует мировое сообщество? Все подробности в материале. Выпущенную Северной Кореей ракету, точнее ее тип, пока не установили. Но в том, что запуск произошел, военные соседних стран не сомневаются. По крайней мере, это подтверждает разведка Южной Кореи. Предполагаемую траекторию полета публикуют со ссылкой на данные Сеула. Согласно им, все произошло в провинции Пхёнан-Пукто. Она расположена к северо-западу от столицы КНДР Пхеньяна. Северная Корея снова запустила баллистическую ракету, несмотря на серьезные предупреждения со стороны мирового сообщества. Это неприемлемо. Мы решительно протестуем. Эти повторные запуски ракет Северной Кореи представляют собой угрозу нашей стране. Если Северная Корея и дальше будет игнорировать наши предупреждения, продолжит военную провокацию, в ответ получит суровый отпор со стороны наших вооруженных сил и Южнокорейско-американского альянса. Самой Северной Корее комментариев традиционно не дают. Избежали публичной критики и в Москве, несмотря на то, что ракета упала прямо возле российской границы. Лишь в Совете Федерации сухо ответили, дальневосточное ПВО приведено в состояние повышенной боевой готовности. А южнокорейская администрация продолжает искать союзников в борьбе с Пхеньяном. Для решения проблем с запуском ракет нам нужно объединить усилия с Японией, несмотря на давние разногласия. Этот запуск, кстати, стал первым за последние несколько недель. Предыдущее испытание ракет в КНДР зафиксировали 29 апреля. Тогда запуск завершился для Пхеньяна неудачно. Боеголовка взорвалась, так и не долетев до пункта назначения. Виталия Кушмирук, подробности, телеканал Интер.